помните, одно время было страстное увлечение как-нибудь называть кулинарные шедевры? Торт – невыносимая легкость, гуляш – самовыражение, салат – объятие неги. И масса кулинарных изданий, не сказать бульварного толка, ну, такого не основного, все это транслировали и поддерживали. Здравствуйте, дорогие друзья! Что хочу сказать? С названиями до сих пор не очень. Либо все высокохудожественно, либо очень сухо, перечень ингредиентов, да и только. Но если касаться салатов, а мы готовим салат, истина, которая посередине, это, возможно, в классификации. По термическому признаку, холодный или теплый, по ингредиентам. Действительно, почему бы не назвать в зависимости от основного. Салат мясной, рыбный, овощной или сборный, комбинированный. Тут вам и овощи, и фрукты, и курица, и сыр. А еще салат можно назвать потому, в качестве какого блюда он подается. Салат-аперитив, привычные закуски, десертный салат в конце трапезы в качестве десерта подается. Дополняющий это а-ля гарнир к основному блюду. Разобрались? Не очень, но попытаемся справиться и с нашим салатом. Соединяем зелень, салатный микс с овощами, фруктами, помидоры, яблочко. Добавляем сладкий перец, фету и куриную грудку. Соль, перец по вкусу. Заправляем оливковым маслом. Что же получается с названием? Салат сезонный сборный? Нет, что-то не то. И ведь действительно хочется включить что-нибудь типа осенняя фантазия, открытие вкуса. Но получается, как всегда, привычно лаконичное. Салат с помидором, яблоком и сыром. Что есть? Приятного аппетита! С вами была Жанна Соловьева.